Планы отступления или культурное обогащение? Зачем семья бывшего губернатора приобрела виллу на Сардинии? Ольга Груздева, супруга экс-губернатора Тульской области, купила виллу на Сардинии. Об этом сообщает итальянская газета «Ла Стампа». Дом площадью 413 квадратных метров. В нем 13 комнат на двух этажах. На территории сад и парк. Ранее имуществом владел немецкий миллиардер. Приобретение обошлось в 25 миллионов евро. Но, как предполагает издание, дело здесь не только в желании семьи экс-чиновника прикоснуться к культурному наследию Италии. Причина банальнее. Есть основания полагать, что Владимир Груздев опасается претензий правоохранительных органов и потому заблаговременно подготовил себе за рубежом запасной аэродром. Связывают это предположение с недавним приговором Максиму Мищенко. Бывший чиновник областного правительства, соратник Груздева, получил 2,5 года колонии за мошенничество с бюджетными средствами. Туляк, тулячок, дорогой наш труженик, стал он крепким плечом, а не простым госслужащим. Туляк, тулячок, трудолюбивый труженик. Раньше был москвичом, а в Туле все жил лучше.